Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии с 1 июля. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно закону, до 1 марта 2031 года россияне смогут поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом при наличии лишь технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если в едином госреестре недвижимости данное право не значится.